Народ, вы видели стиральную машинку за 226 тысяч рублей? Я первый раз в жизни вижу, поэтому решил показать и вам. Машина стиральная Электролюкс 226 780. Машинка сказка. Что, конечно, здесь можно стирать внутри. Но вид у нее, конечно, серьезный. Как будто это вся нержавейка. Ну и внутри барабан. Барабан, конечно, серьезный. Но за такие деньги, я не знаю, стоит ли покупать. 2,2 киловатта изготовлена в Италии. Модель VE170P. Вы видели такие цены когда-то на стиральные машинки? Для каких целей она предназначена? Кто подскажет? Очень бешеная цена программы. Ничего вообще не написано, какая что программа отвечает. И обычная стиральная машинка. Сюда засыпать какие-то ингредиенты. Видите, ликвид ингредиент. Может, для чего-то. Стоит она в отделе, где продается кухонные принадлежности. Но рядом плита электрическая. 124-375. В общем, максимальный отдел по ценам. Круче я еще не видел.